Так, еще один долг остался. На ранчо Эмеральд. Тихо. А то лягнет еще. Погнали. Артур Морган, выбиватель долгов. Так, станция. И раньше Эмеральд. Ты хоть понимаешь, в какой ситуации мы оказались? Да перестань. Почему ты вечно из всего раздуваешь драму? Я же сказал тебе, деньги будут на следующую неделю. А если на этой неделе у тебя нет, кто сказал, что будет на следующей, не разговаривай со мной таким тоном. Моего жала не хватает даже на одного человека. Теперь тебе придется самому себя обеспечивать. Гробит меня только одно, твое постоянное нытье. Перестань брюзжать, Лили. Черт бы тебя побрал. Лили Милли. Ну-ка. Лили. Где наши деньги? Что? Ты брала деньги взаймы, отдавай долг. Извините, у меня сейчас нет денег. Ну, выходит, у нас возникла проблема. Купер, отдай ему сколько у тебя есть. Ничего я ему не отдам. Могу только научить хорошим манерам, скотина. Ух ты, блядь. Купер, отдай ему деньги. Перестаньте. О, ну ты чё, баклан? Да хватит уже, а? Я тебе врезать-то должен, ну. Ну ты чё, бич? Ну-ка. Ну-ка. Деньги у него, я все отдала ему. Просто обыщи его карманы. Забери все, что есть, и покончено с этим. А че, его грохнул, что ли? Чуть не могу понять. Долг возвращен. Я ничего не крал, просто забрал, забираю долг. Ах ты, урод. Свидетель. Ты что, собачий глаз? Стоять. Стой, что ты тут делаешь? Тебе лучше бы чертов рот свой закрыть. Нет, пожалуйста. Делай этого. Че, отпустить? Проваливай отсюда. Че, дурак, что ли? Я сваливаю, говорит. Вы сваливай, урод.
Что-то выносливость хреновая, надо что-то вкинуть. Тоники. Что у нас там на выносливость есть? Ой, блядь, что-то съел. Это на метке глаз. Так, это для лошади. О, настойка. Что-то надо похавать, наверное. Провиант. Кукуруза. Кукуруза, о, нормально. Что-то ни хрена не восстанавливает. Ну ладно. Так, а я так понял, теперь можно Геру Штраусу обратно ехать. Ну, значит, по-моему, я шапку этого типа взял. А вот моя шапка. Погоди. Седло, информация, лошадь, груз. Как вот шапку ему отдать? Ну-ка, если через предметы. Во. Я, получается, тупо поднял или чё? А это чё? А эту кинул. Короче, ладно, хрен с ней. Пора ехать. Мужик, осторожно, ты чё? Интересно, я того мужика убил или он живой останется? Короче, сейчас в общак положить что-нибудь. Или просто, может, кат-сцена какая-то будет. Каждый день избивал меня. У меня не было выбора. Я не виновата. Так, как? Пожалуйста, не бросайте меня тут. Прошу вас, выпустите меня. А эти не уедут, как обычно. Надо же как-то это отсоединить. Подонок. Чё взять-то? А, во. Вот почему я ненавижу людей. Не поедут?
Ты освободил меня только для того, чтобы... Чего? Ты что, дура? Пограбим. Сейчас еще какой-нибудь свидетель появится. 67 центов, отлично. Бурбон, честь минус. Понятно, короче. Погнали отсюда. Бабку освободила, она ничем не помогла даже. С дороги. Ну, вроде так. Может и нет. Непонятно, я что-то ляпнул. Короче, бабку зря, походу, освободил. Так и ехала бы в клетке. Что там, Герштраус? Скоро твои долги приедут. Вот уже недалеко. Кто здесь? Это Артур. Мы тут стоим, мистер Морган. Положить долг в общак лагеря. Общак там и так 10 тысяч. Как дела, дружище? Пойдем. Прекрасно. Что, не повезло тебе, а? Сначала Blackwater, а потом... Дальше там что-то разглагольствует. О, вот эта книга, наверное. Отдать все долги. $5 всего. Короче, ничего не понятно. Вот, учетная книга, чтобы купить улучшение лагеря. Вот это нам надо. На первой странице учетной книги указываются недавние взносы всех спутников в общак лагеря. Вон 10 тонн Артур внес. Следующая страница. Чего там? Штраус, лекарства. Что, купил, что ли? А, вот. Купил. И что, прокачалось? А, вот лекарства появились. Отлично. Как все прошло, Герр Морган? Ну что, сверим записи по кредиторам? Жалкие они у тебя какие-то. Хорошо, очень хорошо, они стоят благодарности. Ну, если вы ищете удовольствие, есть еще одно дело. В Валентайне живет фермер и проповедник. Его зовут Даунс. Заносчивый добродетель. Знаю таких, я знаю таких людей. Спасибо, Герр Морган. Не благодарите.
Как вы сами подметили, для меня это удовольствие. Он понравился, чем я пытался. По-хорошему, не верьте его бредням. Бредням я... Если у него не будет денег, врежьте ему. Обычно я так и делаю. Я знаю. Знаю. Так, пойдем внесем еще вклад. Прокачаем нормально все повозки. Книга учетная. О, вон лекарства все есть. Так. Количество запасов, которые включают восстанавливающие характеристики тоники и дорогие испытательные напитки. Купить. О, вот это другое дело. Вон дорогое бухло. Повозка штраусами. Штраусы с лекарствами. Более эффективные лекарства и тоники. Забираем. Вон сколько барахла Штраус накупил. Так, и еще там что-то. Пополнить запасы. А, не, все. Так. А что тут все, что ли? Свежие фрукты, пополнить запасы. Будь ты проклята, будьте вы все прокляты. А как пополнить-то? А, во. Повозка Пирсона. А, во. Это перемещается стрелочками, короче. Чуть не подписано ни хрена. Купить. Пирсона улучшили, короче. Вон запасы хавчика. Для разнообразия жевательный табак. Ну вот теперь хавчик есть. Пиршество. Все еще белый значок. Не желтый. Так, что он там еще хочет? Короче, ладно, следующая страница. Патроны. Закупаем. Так, снаряжение Артура. Метательные ножи. Все, забираем. Вот теперь желтые патроны стали. А хавчика до сих пор мало. А что-то общак лагеря уменьшается. А из него что ли оплата идет? Бутылки с зажигательной смесью, патроны для карабина. Забираем. Так, тут что, жилье. Улучшает жилье дача. Поощряет всех пожертвовать больше на нужды лагеря. Это нормальная тема. По-моему, так и было все, или нет? Так, что-то еще там. Улучшение для жилья Артура.
Так, во, карта быстрого перемещения, в которой вы сможете моментально попасть в уже обнаруженные места. Также доступны предметы для ухода за лошадью. Когда-нибудь вы что-то там болтают. Вон карта. Так, для всех. Повышает настроение в лагере. Это нормальная тема. Палатки такие прям на земле. Так, и чё? Все улучшил. О, загон для лошадей. Из конюшни или возвращать вашу лошадь в лагерь. Ничего не понятно, но очень интересно. А это все и так было. Короче, не ясно. Курятник. Питательность у рагу во всех лагерях, поев которую получаете, улучшаете меткий глаз. Это нормально. Небольшой такой курятничек. Инструменты. Доступ к большому количеству формул и инструкций. Короче, ничего не понятно, но очень интересно. А, для работы с кожей. Вот оно что. Улучшение для сумки. Ну что, это последняя страница была. Закрываем. Тогда к Пирсону надо зайти. Что у него там с кожей-то? Так, мистер Пирсон, где ты там? Создать улучшение. Сумка, так тебе всякие эти нужны шкуры. Тут тоже. Да на все шкуры нужны. Нужны материалы, говорит. Ладно, что ж. Основная задача выполнена. Лагерь офигенно улучшен. Можно и покемарить. Спать. Утро. А то вон выносливость не восстановлена, нифига.